Как стать миллиардером и что же означает быть предпринимателем? На эти не только вопросы ответил российский миллиардер Рубен Варданян. Он занимает 109 место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России. Мне 50 лет, я прекрасно понимаю, что не знаю, что меня Бог отпустил в моей жизни, но до конца своей дня буду учиться. То есть та модель, я учился в школе, потом в университете, потом я дальше буду всю жизнь работать по своей профессии, закончилась. Для того, чтобы остаться реально в сегодняшнем мире успешно, должен учиться все время, и этот процесс будет идти вечно. Мероприятие было организовано фабрикой предпринимательства, которая выступает не только конкурсом начинающих бизнесменов, но и своеобразной экспресс-школой бизнеса. Навыки рыночной аналитики, прогнозирования рисков и выстраивания грамотной финансовой, маркетинговой и пиар-политики участникам помогают усваивать первые лица крупнейших татарстанских компаний, а также ведущие ученые в области экономики и бизнеса КФУ. Не случайно открытая встреча с Рубеном Варданяном состоялась на площадке Института управления экономики и финансов КФУ. Увидеть человека реально, который зарабатывает деньги, знает, как это делать, знает секрет богатства, это очень интересно. И этой встречи мы начинаем череду таких приездов, потому что любой такой человек из практического бизнеса, он намного более интересен, чем даже великолепный лектор, потому что лектор читает прежде всего основы теории. Это мероприятие открыло череду открытых лекций. Следующая встреча запланирована с российским миллиардером и предпринимателем Александром Фридманом. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.